8 апреля, в день районного субботника, погода была достаточно прохладной. Особенно это ощущалось на берегу Сухановского пруда. Но это обстоятельство не остановило жителей деревни Суханова прийти на уборку любимого места прогулок и отдыха. Нам не безразлично здесь, вот что такое беспорядок. Нам бы очень хотелось вот этот берег озера привести в порядок, посадить здесь новые деревья, посадить, травкой озеленить все. У неравнодушных жителей беспокойство вызывают и старые деревья, которые стоят вдоль дорожки, ведущей к деревне. Они, смотрите, мешают проводам, да? Вот как большой ветер, а здесь ветер большой, потому что здесь озеро, да? И сквозняк такой. И вот, видите, ломаются уже вот эти вот ветки, которые вот уже повредили не один раз эти провода. Вот это вот нужно все убрать. Мы своими силами это здесь не сможем сделать. Поэтому нужна помощь. В уборке территории вдоль усадьбы Суханова приняли участие сотрудники администрации сельского поселения Булатниковское, комбината благоустройства. Надежда Волкова не один год работает в нем, любит свою работу. Убираться, чтобы было как-то чище. Желательно, чтобы еще и жители были бы добросовестнее. И уважали труд-то. Тогда будет чистота. Это. А что значит? Призовите жителей, чтобы добросовестны были. Что вы вкладываете в это слово «добросовестные»? Ой. Ну, уважали труд. И как-то ценили, а не то, что там говорят, вот мы платим налоги, и я могу мусорить. Усадьба Суханова – любимое место отдыха многих жителей, и не только Видного. Особенно привлекает людей пруд, на берегах которого летом можно не только позагорать, но и порыбачить. И как обидно за эту уникальную красоту, когда видишь, сколько мусора приходится собирать весной. То, что мы разбрасываем вот здесь, это же мы сами делаем. Поэтому у меня просьба огромная ко всем жителям принимать участие в таких вот мероприятиях. Если вы проходите мимо и видите, что пакет валяется с мусором, подберите, донесите до ближайшей помойки. Вместе мы сделаем мир чище. Сброс мусора на территории Московской области недопустим. Люди должны более относиться лучше к тому месту, где они проживают. Вот. Если люди пришли на рыбалку отдохнуть, то, соответственно, должны мусор забрать с собой, скинуть в специально отведенное для этого место, контейнерную площадку мусор. 8 апреля – один из общерайонных субботников. Результаты уже видны. Стало намного чище. И в 22 числа, который у нас будет субботник, уже будет, уже и цветы уже зацветут. Может, и посадить поможем цветы. Ну, это будет очень красиво и хорошо. Жители Ленинского района, мы любим Ленинский район, мы любим наше Подмосковье. Выходите, и будем убираться вместе. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. А тему продолжим с начальником Булатниковского участка комбината по благоустройству Захаром Львовичем Хаджакаевым. Здравствуйте, Захар здравствуйте, Львович. Здравствуйте. Расскажите нам, как в целом прошел субботник в вашем районе? Субботник прошел прекрасно. В прошедший субботник в сельском поселении Булатниково вышло примерно 350-400 человек. Были обхвачены все населенные пункты. Наиболее проблемные участки были заранее определены. Мы сняли сюжет и рассказали о том, как проходил субботник в усадьбе Суханова, да, в Доме творчества. А какие еще были такие точки, где более масштабно развернулся субботник в вашем поселении? Активно участвовали поселения Новодрожино. Активно участвовал Бутово парк 2, 2Б. То есть новостройки. Новостроек активные жители. Да, активно подошли к этому вопросу. Также староста деревень, все поселения, прошла активная работа. Вот, было собрано большое количество мусора. Вот за это его спасибо. Сразу вывезли, этот мусор, или он ждал какого-то своего часа? А мы все это складировали в одном месте, все по пакетам, вот, и затем вызываем Экотранс, вот, и они вывозят все точки. У нас впереди еще один субботник, он будет наверняка не менее масштабным, а по меркам нашей администрации даже более масштабным. На ваш взгляд, какие еще места в вашем поселении нужно убрать, и вы можете, в общем-то, воспользовавшись случаем, пригласить жителей на этот субботник 22 числа.
Да, будет проходить у нас субботник 22 числа в поселке Измайлово. Вот, будем очищать лесополосу. Также 22 числа мы готовимся к приезду, к ежегодному приезду патриарха. Будем участвовать в Бутовском полигоне. Вот, там будем заниматься лакокрасочными работами, опиловкой, будем высаживать цветочки и сбор листьев. Деревья будете сажать? Будет у вас такая работа? У нас будет компенсационная высадка в четырех местах. Это будет поселок Новодражино, это будет Бица деревня, поселок Измайлово и Суханово. Приглашаете? Да. Всех приглашаем на субботник. Пожалуйста, приходите, будем очищать наше сельское поселение. Где можно узнать информацию о местах вот, масштабных уборок на 22 число? Вся информация будет на сайте администрации Ленинского района. Вот, можете ознакомиться, и мы вас ждем. Спасибо большое. Всем инвентарем мы снабдим всех желающих. Спасибо большое. А нашим телезрителям я напомню, что мы беседовали с начальником Булатниковского участка комбината по благоустройству Захаром Львовичем Хаджакаем о прошедшем субботнике.